Rainbow English 4 класс, учебник, Unit 3, Step 1 и упражнение номер 6. И у нас новые слова. Итак, первое. Bath, зубной с, room. То есть слитно мы читаем bathroom, ванная комната. Состоит из двух слов. Bath – это ванная, и room – комната. Ну, вот отсюда и происходит. Мы уже видели, да, вот эту жабку в предыдущем видео, то есть читаем ее долгим «э». Flat – квартира. Далее это долгий «а». Garden – сад. «Р» мы не прочитываем. Garden. Далее «ти». В общем, вот этот звук, когда «ты» стоит и вот это вот «ш», мы его произносим как русский «ч». Kitchen – кухня. Далее living room, гостиная, что означает вот это как слоник энка, что она произносится в нос. Г мы не читаем. Living room, гостиная. Modern, современный. Этот звук говорит о том, что нам нужно читать что-то среднее между о и между а. Modern. И последний show, показывать глагол. И поехали теперь в словосочетаниях. Bathroom. Bathrooms, то есть ванная комната или ванные комнаты. In the bathroom, в ванной, ну, сокращенно, да, можно так. A big bathroom, большая ванная. Комната имеется в виду. In the morning, I go to the bathroom to take a shower. Утром я иду в ванную, чтобы принять душ. Flat, flats, квартира, квартиры. In the flat, в квартире. A two-room flat. Двухкомнатная квартира. A three-room flat. Трехкомнатная квартира. Their flat is big and light. Их квартира большая и светлая. Garden. Gardens. Сад. Сады. Так. A spring garden. Весенний сад. A beautiful garden. Красивый сад или прекрасный. In my garden. В моем саду. They have a small garden behind their house. У них есть. Можно сказать дословно, они имеют. Но по-русски более приятно звучит. У них есть маленький сад позади или за их домом. Do you have roses in your garden? Опять же, ты имеешь розы, но красивей это у тебя есть розы в твоем саду или в вашем саду. Kitchen – кухня, kitchens – кухни. In the kitchen – в кухне. I like to cook in our new kitchen. Я люблю готовить в нашей новой кухне. Sometimes we have breakfast in the kitchen. Иногда мы завтракаем, да? То есть have breakfast – это одним словом завтракать. Завтракаем в кухне. Living room – living rooms. Гостиная – гостиные. In the living room – в гостиной. My parents watch television in the living room. Мои родители смотрят телевизор в гостиной. The walls in our living room are light green. Стены в нашей гостиной светло-зеленые. Modern – современный. Так, секунду, правильно? Ну да, у вас так. A modern house – современный дом. Modern books – современные книги. Modern towns – современные города. They live in a modern house. Они живут в современном городе. Modern kitchens are usually big. Современные кухни обычно большие. Show – показывать. Shows – ну, это то же самое в present simple, когда мы SQ увидим у глагола. Show a room – показывать комнату. Show a flat – показывать квартиру. Please show me your garden. Пожалуйста, покажи свой сад. Покажи мне
свой, ну, то есть твой сад. I can show you my new toys. Я могу показать тебе или вам мои новые игрушки.